«Алроса» будет наблюдать за алмазными месторождениями с помощью космических спутников. В течение 3 лет компания будет проводить регулярную дистанционную оценку смещений по всей площади земной поверхности промышленных территорий ГОКов компании. Это около 5000 га. Радарная съемка с космических спутников охватит не только карьеры, но и отвалы, гидротехнические сооружения и другие промышленные объекты. Комплекс мероприятий призван повысить уровень промышленной безопасности при ведении горных работ на эксплуатируемых объектах недропользования.